Хочу, чтобы вы гордились своей страной, никогда ее не предавали. Были и в минуты триумфа, славы вместе с Россией. Ну и, конечно, в сложные времена и минуты испытаний. Получение паспорта – важный шаг во взрослую жизнь. Вместе с ним молодые люди обретают новые права и обязанности. Большая ответственность перед родителями, перед вашими родственниками, перед обществом и, конечно, перед государством. Вы всегда об этом думаете, что вы, как граждане нашей страны, представляете всю страну в любой ситуации, где мы не находились. Для ребят теперь открываются новые горизонты. Ученица 14-й Одинцовской гимназии Варвара Телицына уже знает, как изменится ее жизнь в ближайшем будущем. С 14 лет в нашей школе, например, можно создать свой медиа-центр, вести репортажи, узнавать что-то новое, даже вести собственные кружки. Поэтому я думаю, что у меня еще много впереди. Глава округа Андрей Иванов поздравил подростков со знаменательным событием и пожелал им и дальше изучать богатую культуру и историю страны. По традиции ребята получили на память подарочное издание «Истории государства российского» Николая Карамзина. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».